визнав окуповані ДНР та ЛНР незалежними, а Путін назвав Україну дітищем Леніна. Росія такими діями фактично вийшла з Мінської угоди. Що думають дніпряни про загострення ситуації на сході країни, зараз дізнаємось. Буде ситуація в Україні, треба любити Україну, уїжджати нікуди не збираюсь. Я сподіваюся, що з Україною буде все добре. Я вважаю, безусловно, Росія в нашому конфлікті виступає як агресор. И я очень надеюсь на то, что наша доблестная украинская армия нас защитит. Это все, чего я хочу. Того, чтобы был мир. Плохо думаю. Очень плохо. А ну вы... Братья называются. Как думаете, что будет? Вот я... Ничего не будет. Войны не будет. Я думаю, что не будет, потому что уже прошло сколько времени. Они живут отдельно. Мы себе, они себе. Ну, не знаю. Я думаю, что все будет хорошо. Ой, я очень боюсь, это уже тяжело. Даже не комментирую, потому что очень тяжело переживала. Думаю, что повинні домовитись між собою, а не нагнітати і не загострювати, щоб люди не страдали, прості люди від тої ситуації. Я противник войны в любом случае. Я врач, я мирный человек, я считаю, что это недопустимая ситуация. И что, ну, если не поможет мировая сообщность, проблемы могут быть у нас в стране. Мы, естественно, станем. Знакомый позвонил, сказал, я вашу страну знаю из России. Я просто одно понимаю, что и пацаны будут камни бросать и стрелять в спину оккупантам. Это я могу сказать точно. Было бы мне возраст позволил, я бы точно встал в ружье. Защищаться. Верить в себя, не поддаваться панике, да. И только мы то победим при любых обстоятельствах. У меня сын служит в армии, сейчас находится на службе. Все будет хорошо, мы победим. Любой ценой, но мы победим. Конечно, я не думаю, что будет много потратим, но все равно, конечно, придется, за все надо платить. А тут уже платить нас заставляют. Но мы очень оптимистически настроены. Я дома и Путин такой... нас ще більше згуртували. Так. И мы тепер будем стоять, як скеля. Не знаю, что у России в голове может прийти. Ну, мы надеемся на мирное решение. Войны никто не хочет. Хана им будет Россия.